тебя не было 2 дня. Что происходит, Лиля? Господи, нет! Сербская леди, отпусти! Лиля, что с тобой? Ты в порядке? Что это? Что это может быть? Какое-то послание, наверное, от сербской леди. Друзья, сербская леди вернулась домой. Сегодня утром я проснулась с этим браслетом, и на моей руке я обнаружила ужасные шрамы и ужасные ожоги от этого браслета, ребята. Еще раз напоминаю, не забудь подписаться, написать комментарий, ведь самый топовый комментарий обязательно попадает в мое видео, как это. Ну а пока мы не ушли, друзья, я бы хотела вам еще кое-что показать. Мне позвонила сербская леди 2 раз, и эти видео есть на моем YouTube-шорте. Я попрошу вас сейчас посмотреть и послушать. Друзья, подписчица, которая дала мне телефон сербской леди, пропала, а сегодня мне снова звонит сербская леди, и я не знаю, что ей нужно. Сербская леди, что тебе нужно? Вы слышали это? Она просит меня найти какие-то артефакты. И это попахивает каким-то мистическим квестом. Давайте разберемся вместе и прямо сейчас отправимся туда, где, возможно, живет настоящая сербская леди. Дим, ты готов? Да, я готов. Ребят, мы прямо сейчас выезжаем на место, где, предположительно, живет сербская леди. Блин. Я только начала говорить сербской леди, и со светом какая-то фигня моргает. Дим, давай я подержу камеру. Мы хотим снять для вас все, прям от как мы выходим и до как мы приедем в эту квартиру. Я, если честно, очень сильно переживаю. Ехать не так далеко, потому что, как оказалось, этот район находится очень рядом с нами. Минут 10. Ну, конечно же, я не буду снимать весь переезд, но очень скоро вы увидите. Блин, я надеюсь, что это мне кто-то пишет. Очуметь, ребята! Очуметь просто! Жесть, нет, нет! Я сейчас вам покажу. Я сейчас покажу. Смотрите, мне пришла смс-ка. Смотрите. Черт. Мы остановились на 2-м этаже. Почему? Смотри, Дим. Ну, почему мы остановились на 2-м этаже? Слушай, это какой-то нехороший знак. Поехали, короче, выходим. Ребят, обалдеть. Мне пришли координаты с местом, каким-то отмеченным крестом. И написано S.L. Что бы это могло значить? Итак, ребята, мы приехали именно к тому дому, где находится эта женщина Лиля. Как я думаю, что это сербская леди, но не факт. В общем, у нее квартира 3. Набираем. Я очень волнуюсь, очень. Вы не представляете, как я волнуюсь. Пошли. Блин, офигеть, меня так трясет. Эта женщина пропадала ровно сутки. Неизвестно, где она была и что она сейчас скажет. Ее родственники сказали, что она молчит и как мантру повторяет. И как мантру повторяет постоянно. Сербская леди, и больше ничего не говорит. Все, что бы ее не спрашивали, это сербская леди, ребят. Это просто жесть. Вот ее квартира. Открыто. Блин, Дим, было открыто. Смотрите, она здесь сидит. Сербская леди. Лиля. Сербская леди. Сербская леди. Лиля. Сербская леди. Лиля, с тобой леди. Все нормально. Сербская леди. Слушайте, сербская она леди. Реально повторяет постоянно сербская леди. Сербская леди. Я не знаю. Сербская леди. Почему на мне этот браслет? Почему от него такой шрам? Сербская леди, сербская леди. Мы ничего от нее не добьемся, Дим. Нужно ее вывести на то место, нужно ее вернуть. Я сейчас поговорю с родственниками, попрошу разрешения под мою ответственность. Без нее мы не вернемся, но ей реально плохо. Я не знаю, что происходит, ребята. Мы отправляемся на то место, где мы нашли сербскую леди.
Ребята, прямо сейчас мы привезли Лилю, которая находится, я не знаю, по трансам. Она постоянно повторяет имя сербской леди. Ребята, это просто жесть. Мы сейчас приехали на то место, которое мне показали родственники, где нашла ее полиция. Оказывается, это фото, которое мне пришло, пришло в полицию. И полиция по этой наводке нашла мою Лилю, которая до сих пор в трансе. И ей кажется, что это сербская леди. Я, в общем, решила взять ее и привезти обратно на это место и попробовать снять с нее это проклятие или этот транс. У меня есть специальный обряд, при помощи которого я постараюсь вывести ее из этого транса и хотя бы узнать, что произошло, что случилось и что она знает о сербской леди, о браслете и что происходит. Возможно, она что-то видела, друзья. Ребята, это место где-то здесь. Лиля, я надеюсь, что с вами все нормально. Господи, это место... Что происходит, Лиля? Господи, нет! Дух в ней играет! Это сербская леди! Нет, пожалуйста, не надо! Нет, Лиля, успокойся, мы почти рядом! Пойдем, моя хорошая, пойдем! Мы рядом! Нет, нет, сербская леди, отпусти ее, отпусти ее! Слава Богу! Короче, по координатам, это место где-то здесь, где ее нашли. Мне сказали, что ее нашли на лавочке. Дим, посмотри, оставленный черный чемодан. Давай, мне кажется, это место здесь, ребят. Может быть. Смотри, какой-то оставленный чемодан. Лиля, Лиля, садись. Садись, 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 садись. Садись, садись. Садись, Лиля. Дим, смотри, она трогает чемодан. Слушай, короче, точно этот чемодан как-то с ней связан. Ребята, ребята, мой браслет жжет. Мой браслет жжет. Посмотри. Мне так больно, блин. Ладно, ладно, проводим обряд. Быстро. Сербская леди, отпусти ее. Сербская леди, отпусти ее. Сербская леди, отпусти ее. Во имя неба, во имя земли. Сербская леди, отпусти ее. А ты смотри, она успокаивает. Во имя земли, сербская леди, отпусти. Во имя неба, во имя земли. Сербская леди, отпусти, во имя неба, во имя земли. Сербская леди, отпусти, во имя неба, во имя земли. Сербская леди, отпусти, во имя неба, во имя земли. Сербская леди, отпусти. Лиля, Лиля, ты с нами? Лиля, что с тобой? Ты в порядке? Лиля, господи, она пришла в себя. Лиля, Лилечка, Лиля, Лиля, прости меня, это я тебя подставила, прости. Я тебя подставила. Ты что помнишь? Что помнишь? Расскажи мне, что ты помнишь? Сербская леди была. Ты что-нибудь хоть помнишь? Дорогая моя, ты вернулась. Тебя не было 2 дня. Тихо, тихо, тихо. Я тебя пугаю. Успокойся. Успокойся, успокойся. Все нормально. Как ты себя чувствуешь? Мы сейчас отвезем тебя домой к твоей семье. Чемодан. Пропал. Он был здесь. Чемодан был. Ты помнишь? Ты трогала чемодан. Здесь был чемодан. Ты помнишь его? Нет, Ли? Ты хоть что-нибудь помнишь, нет? Нет? Ну скажи, что ты не помнишь или помнишь? Не помню. Ты не помнишь? Она ничего не помнит. Мы должны найти артефакт. Расскажи хоть что-то, что ты видела. Что говорила сербская леди внутри тебя? Она что-то говорила про артефакты. Да? Да. Она говорила, что нужно собрать какие-то артефакты, верно? Да. Она звонила мне и сказала, что я должна собрать все артефакты. Да. Чтобы разгадать тайну сербской леди. Мне кажется, что один из этих артефактов был в чемодане, который сидел рядом с тобой. Но как только я вывела тебя из транса, он пропал. Ты должна помочь мне найти этот артефакт. Вспомни хоть что-нибудь. Вставай, вставай, моя родная, вставай. Давай вместе. Сейчас я произнесу заклинание, и ты должна вспомнить. Я уверена, что ты вспомнишь и поможешь мне. Где артефакт номер 1? Я призываю на помощь духов земли. Я призываю на помощь духов земли. Я призываю на помощь духов земли. Лили, скажи, где артефакт? Сейчас я зачитаю до 3, и ты должна ответить, где артефакт? Ты готова? Готова. 1, 2, 3. Где артефакт? Покажи! Она идет, Дим. Дим, смотри. Куда? Куда она идет? Я не знаю. Она знает точно, где этот артефакт. Она, сербская леди, его точно спрятала от нас, чтобы мы никогда не нашли. Но она не знала, что я могу его найти. Куда? Куда она идет? Смотри, она показывает куда-то. Дим, Дим,
Он здесь. Лиля, осторожно, Лиля. Бери его, Лиль. Бери. Бери артефакт. Господи. Черный чемодан, это он. Передай его мне. Держи. Артефакт здесь. Откроем же его прямо здесь. Артефакт. Здесь. Дим, сними поближе. Я чувствую, что там какая-то мистика. Я чувствую демонов. Я чувствую зло. Артефакт точно внутри. Открываю. Старинное пианино. Старинное пианино. Лиль, Лиля, Лиль, все хорошо? Как ты себя чувствуешь? Все нормально? Да. Хорошо. Лиль, мы тебя отвезем домой, но ты мне понадобишься, потому что через тебя идет связь с сербской леди, а я должна отыскать все артефакты, и без твоей помощи я не справлюсь. Скажи мне, ты поможешь мне? Могу. Лиль, это какое-то старинное пианино. Из детства. Из детства? Я на нем играла. Конечно. Какого года? Как ты думаешь это? О, Господи, оно настолько старое. Посмотри. Оно еще стоило 16 рублей 00 копеек. Погоди, давай попробуем, работает оно или нет. Что ты там увидела? Что там, Лиль? Что там? Погляди. Там какая-то записка. Записка. Доставай скорее. Что это? Что это может быть? Какое-то послание, наверное, от сербской леди. Может быть, это послание о том, где находится следующий артефакт. Нам необходимо... найти все артефакты. Открывай. Дим, снимай поближе. Там что-то есть? Номер 1. S.L. Ребята, по-моему, я разгадала эту аббревиатуру. Это сокращение. Как вы думаете, что значит S.L? Погоди, давай проверим, работает ли это пианино. Давай вместе. Включи, 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 включи. Нажимай. Вы слышите, ребята? Это музыка! Это музыка сербской леди! Это просто жизнь! А! Лиля! Лиля! Берем скорее чемодан! Я что-то чувствую! Это зло здесь! Зло близко! Мы должны убираться! Зло близко! Зло близко! Дима, бежим! Вот она и гонится! Это зло! Я чувствую, оно приближается! Нам нужно успеть сесть в машину и ехать, убраться отсюда! Зло! Зло приближается!